Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша, и вы снова на канале «Жизнь на пасеке, мёд и пчёлы». И я думаю, что в сегодняшнем видео вы уже догадались, о чём будет идти речь. Да, я хочу сделать в этом видео солнечную воскотопку. У нас уже какой день подряд стоит очень такая высокая температура, жара. Вот, и я думаю, что эта солнечная воскотопка, она мне облегчит ту работу, которую я буду делать осенью. Вот. Что у меня для этого есть? У меня есть небольшая алюминиевая емкость, которую я нашел. Да, она немножко кривая, нарушена геометрия. Вот, мне чуть-чуть будет сложнее, но я попытаюсь все это сделать с помощью досок. Я хочу оббить это все снаружи, выровнять по периметру. Вот, для того, чтобы стекло непосредственно могло ложиться всей плоскостью, прилегать и не было никаких щелей. А что еще здесь надо будет учесть? Вот наша рамка. Вот ее получается длина. Она будет так ложиться, либо несколько маленьких, две. И здесь мне нужно будет сделать небольшой стек. Она будет находиться под наклоном. Соответственно, здесь надо будет мне загнуть. И пока, ну, как бы есть небольшое представление, но думаю, сейчас как бы на практике что-то будет получаться из этого. Прежде всего, нужно выровнять вот эту вот сторону, чтобы оно шло в один лист. Я думаю, что у вас есть кусок какой-то жести, и мне в этом плане чуть проще, что она уже изогнута. Вы можете сделать сами как бы размер произвольный, вот, чтобы рамка сюда помещалась, и загнуть. Вот. В данном случае я разгибаю для того, чтобы можно было проще все это сделать. Предварительно положив рамку, мы должны посмотреть, где мы будем делать изгиб, чтобы он не мешал рамке становиться в наш короб. В данном случае вот я здесь сделал линии, рулеткой перемерил, чтобы они были одинаковые с двух сторон. Вот у меня здесь метки. Сейчас я пройду болгаркой и загну вот эти вот края и, возможно, вот эти. Посмотрим. Не забываем одевать очки. Соблюдаем технику безопасности.
отогнул наши края, из этих точек провел линии, чтобы здесь совпало по центру. И я планирую вот эти вот части загнуть и вот этими вот боковыми хлястиками также все это вот скрепить, соединить, и получится у нас как бы будет сходиться в один такой стек. Здесь оно поднимется, и оно в одно мелкая щель образуется, которую можно будет чуть-чуть подрезать, чтобы воск непосредственно уже стекал через вот это вот отверстие. Дальше берем доски, которые мы будем делать по периметру с внешней стороны. Вот, я отрезал доску, которая выступает на толщину вот этой доски с двух сторон, для того, чтобы через нее можно было потом закрепить вот эти вот стеночки. И что очень важно в моей ситуации, чтобы выровнять геометрические погрешности, я хочу сделать небольшой напуск доски выше края нашего короба. Значит, берем наш короб. Берем саморезы. И прежде всего нужно обратить внимание на то, чтобы наши углы соприкасались с линией. Потому что центра могут быть в нашем коробе где-то неровные. И за счет них мы выровняем. Есть один край. Равняем второй, чтобы он не выходил. Закрепляем центр для более хорошего соприкосновения. И также проделываем с этой стороной и с этой стороной. В принципе, вот я по контуру доски сделал, саморезами изнутри все стянул. Но пока я это делал, у меня пришла идея чуть-чуть немножко по-другому сделать. Я попробую под угол запилить доски
сделать, чтобы они вот так вот сюда как бы в такой стёк сходили. Вот снизу прибью какую-то доску, чтобы можно было их зафиксировать, и все лишнее просто обрежу, и таким образом у нас получится на одной плоскости как бы такой вот стёк. Пришлось нашу систему немножко модернизировать. Значит, вот эти хлястики, которые были здесь по краям, они мне мешали, я их обрезал. Вот эти большие хлястики я загнул. Загнул для чего? Для того, чтобы сейчас запилить под угол досточки небольшие, чтобы можно было вот таким вот образом прикрутить отсюда с торца вторую. Сюда сейчас нужно будет тоже подогнать. Потом я эти хлястики отогну, прикручу саморезами, все лишнее отрежу, вот этот вот металл, и соответственно потом укреплю, чтобы наш короб вот этот был устойчивый, чтобы геометрия не была нарушена. Значит, примеряем нашу доску. Вот она примерно в этом месте. Предварительно делаем пару отверстий серлом. Затем берем стяжечные саморезы и по контуру вот этого изгиба и заподлицо сверху начинаем заходить. Вот наша, в принципе, воскотопка и готова. Работал по принципу «чиним самолет на ходу», но я думаю, что получился неплохой вариант. Сейчас я расскажу вам более детально, что здесь получилось и как это работает. Значит, рассказываю еще раз, что у нас получилось и чего мы делали. У меня был небольшой короб, это алюминий, вот. Можно не ржавейка, я думаю, роли не играет никакой. Металл будет от солнца нагреваться, тем самым давать дополнительную температуру, все это будет по стеклом. Значит, у меня был прямоугольный короб. Все лишнее я обрезал, сделал его в клин и по периметру обил досками. Вот, закрутил все это на саморезы. Здесь тоже загнул, тоже сделал доски. Немножко закос сделал под угол. Вот. И с обратной стороны я все это укрепил планкой. У меня короб вот этот металлический, он был немножко деформирован, но ситуация решилась. Получилось, в принципе, неплохо. Я думаю, что конструкция очень простая. Здесь ничего сложного нет. Вот такого плана. Его можно ставить просто под углом, под наклоном. Я уже проверял на рамке. Можно закинуть рамку. Большая. Вот она сюда ложится. Либо две маленькие магазинные рамки. Закидываем одну, закидываем вторую. Все это будет закрываться стеклом. Ложим лист стекла. Предварительно я здесь зафиксировал саморезами, чтобы стекло не опускалось. И вот наша конструкция готова. К сожалению, у меня нет возможности проверить, как она функционирует, потому что закончил все это поздно. Вот, солнце уже спряталось, у нас, возможно, дождь сегодня будет. И вот в последнее время так получается, что я пчеловод выходного дня. И завтра я тоже это не проверю. Но через несколько дней я сниму видео о том, как оно будет плавиться под солнцем. Все это нагреется, воск будет расплавляться. И через это отверстие он будет вытекать. И я поставлю сюда какую-то емкость, может быть, там пластиковую бутылку, может быть, еще что-то. Посмотрим уже по месту, будем смотреть. Вот такая вот бюджетная воскотопка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пускай другие увидят о том, что можно сделать такую бюджетную воскотопку своими руками. Ну, а следующее видео ждите о том, как она будет работать, функционировать.